Добрый день, вечер, ночь, неважно. В общем, август месяц, 2019 год, Санкт-Петербург. И что-то я обратно ехал, и вот что мне вспомнилось. Был такой американский деятель, по-моему, американский, звали, если не ошибаюсь, Джон или Джордж Отис. И в Массачусетсе он произнес интересную фразу. Налоги без представительства – это тирания. А потом эта фраза пошла в народ в несколько измененном варианте, если я опять же не ошибаюсь, что нет налогов без представительства. А далее вот я вам хочу сказать... Сейчас вот там либералы выходят там с лозунгами «допускай». А для чего они допускают и так далее, да? То есть, и насколько уместна фраза, произнесенная Отисом, к нынешней ситуации в стране? Ответьте себе, а можете и мне в комментариях. А дальше, может быть... Эта фраза должна пойти в народ или нет? Впрочем, решать вам самим, что вы будете делать мирно и законно. Всего хорошего!